Всем привет, с вами Эрик Малинкин, и это ответ Ask номер 10, по-моему, у меня что-то с памятью, да. Вот, так же, как обычно, я собрал для вас самые интересные вопросы, да. Вот, сейчас я на них отвечу, простите, что я живу девочку. Так, всем привет. Первый вопрос на сегодня, это какая фотография поднимает настроение всякий раз, когда ты на нее смотришь? Вопрос. Сколько ты весишь? По скриптам просто интересно. Я вешу 49 килограмм. Не знаю, может быть, это и много. Но я люблю кушать и не толстею. Вот. Итак, следующий вопрос. Любишь ли ты пересматривать фильм, если он тебе понравился? Да, люблю. Мой любимый фильм в детстве был, я не знаю, как объяснить, в детстве, не в детстве. В общем, короче, это был фильм «Корабль-призрак». Вот. И мне нравилось, как там, короче, убивали, вот, поэтому я любила его пересматривать, даже сейчас иногда я его пересматриваю, потому что мне довольно-таки весело. Так, следующий вопрос. Сними видео, пожалуйста, про то, как ты танцуешь. Окей. Это Бьонс, короче. А там зеленый тазик с черепахой. И вот. Следующий вопрос. Стоит ли покупать iPhone 5? Расскажи, как он. Думаю, что стоит, потому что если, ну хотя я не знаю, посмотрите как сами, если для вас iPhone 5 это всего лишь один дюйм чего-то нового, точнее полдюйма, один сантиметр, да, ну, или для понтов, я не знаю, как хотите, выбирайте сами, вот, но мне нужен был iPhone 5 только для того, чтобы снимать видео, потому что на нем намного лучше в плане того, что он быстрее и все такое. Вот камера тоже лучше стала, чем на 4S. Вот. А также, кто считает, что мой iPhone китайский, то мне очень вас жаль. Сделай погромче. Сделай погромче! Вопрос. Уже ходил на пруд? На Ижевске, что ли? Ну, только если на катере, потому что плавать и там... Вылазишь, короче, прикинь, три только. Первый, второй, третий. Вот. Поэтому нет, и вам не советую, да. Итак, следующий вопрос. Какие у тебя планы на лето? Ну, июнь мы уже про... какали, извините. Да. Июль, я не знаю, буду, наверное, также сидеть дома или у бабушки, а в августе я уеду куда-нибудь в другой город, за границу. Ну, пара, я радуюсь, да. Вот. Потому что вообще моя мама боится путешествовать одна, вот, а папа как бы не может, потому что он занят постоянно, и вот. Поэтому давно я уже никуда не ездил, короче, вот. Поеду. Я рад. Вот. Итак, следующий вопрос. Чем ты укладываешь свои волосы? Третье видео. Так. One second. Короче. Вот. Ну, короче, это было давно. Вот это, короче, фокусировка, ты видишь, да? Короче, вот, да. Фруктис. Фиксация номер 2. Какая-то капец. У меня, короче, волосы просто висели вот так вот. Я не смог, тупое слово, не мог их отмыть. Сколько? 5 дней, и, короче, я ходил в школу с вот такими волосами, тупо прямыми палками. Они даже не расчесывались, и это было просто ужасно. Поэтому, если укладывать волосы, то их надо укладывать каждый день, и это не смывается за день, и с одного раза тоже не смывается. И каждый день мы по 2 раза голову, и это нихера не смывалось, вот. А также, ну, это, надеюсь, как там эти гуру-то, эти блогеры делают? Вот так, по-моему. Ну, тут, конечно, огромный банк.
Да, вот, Йос, не знаю, рефлекс, холды и флекс, не насрать. Вот, ну, мне нравится эта фирма, вот, еще... Вот, еще одна, короче, такая байда, да, так маленькая, короче, это шло вот так, вместе. Вот, а этот я брал с собой в лагерь. Ну, чтоб удобно было. Вот. Че у меня еще есть? Вот, еще есть у меня, короче, Вела Форте. Надеюсь, видно, да? Да. Вот, длительная фиксация и кладка надолго. Короче, это тоже я использовала. Но вот эта штука смывается проще, конечно, чем вот этот гель. Который... Воу-воу-воу, не падай. Ой-ой-ой. Окей, поворот. Вот этот гель, короче, он вообще ужасный. В смысле, он не ужасный, но для тех, кто, короче, будет пользоваться им постоянно, то норм. А для тех, кому на один раз, то не советую, потому что он у вас, в общем-то, это... На волосах останется, и вы его не отмоете. Надеюсь, что ответил. Итак, следующий вопрос. В какой больнице у тебя мама родила? Да, классный вопрос, конечно. Знаете, короче, я сейчас только что порылся в альбоме, и вот что я нашел. Тут написано «Ленин ноготочки», и там, короче, у меня дрожит рука. Вот, и, короче, они такие маленькие-маленькие. И, о, что-то у меня нету, короче. Это еще одни ноготочки, 20-х там даже дат подписано. Вот, потом мои волосы, кусочки моих волос, потом... Вот с этой бирочкой меня выписали из роддома. У меня была маленькая-маленькая ручка. Вот. Потом, короче, у меня еще одни. Постригли Леню под ноль. Вообще обожаю своих родителей. Особенно маму с папой. Ну, как бы, вот. Мои ножки, ручки. Вот. Еще у меня папа художник. И вот, короче. Мне все обводили. Красиво подписывали. Я, вот, да. Я очень рад, что у меня, можно вспомнить, какие у меня были ноготочки в детстве. Вот. Ну, короче, вот это очень мило. И... Ми-ми-ми. Вот. Итак, следующий вопрос. С кем тебе неприятно общаться? Вообще, короче, это сейчас объясню. Неприятно общаться с теми, кто делает ошибки и, короче, это, запятые не ставит. Вот. Потому что непонятно ни единого слова. Это первое. А второе, короче, они так, типа, тебя намекают, что ты такой недоумок, что ты не понимаешь, что они писали. Вот. Поэтому мне бесят такие люди. Очень бесят. Следующий вопрос. Какие девушки тебе нравятся? Видно, да? Нет, видно? Надеюсь, что вам видно. Ой-ой-ой, этот поворот. Да. Она просто охеренная, без ума от нее дакать. Следующий вопрос. Почему именно Малинкин? Можно ведь было придумать псевдоним поостроумнее. Ну, во-первых, Малинкин тоже было придумать не очень легко. Вот, а во-вторых, у меня есть друг... Его имя я не буду называть, но раньше у него тоже была фамилия Малинкин. И, короче, как-то так подумала, Леонид Малинкин. И поставил себе эту фамилию ВКонтакте, вот. А потом я начала снимать видео, и так получилось, что вот. Ну, мне вообще-то нравится. Нет, почему бы и нет, почему не Малинкин? У тебя многоэтажный дом? Ответь в видео. Очень. Итак, следующий вопрос. Люблю ли я медь? Сиськи? Нет. По душе мне только. Хрюшка. Вопрос, есть ли у меня вещи eBay? Итак, каск номер 10 подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте мне пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал внизу. Вот. Да. А еще очень рад, что у меня теперь на канале 430 подписчиков. Спасибо вам огромное. И 52 тысячи просмотров. Это очень много для меня. И я очень благодарен вам за это. Я радуюсь каждому просмотру, что вам нравится смотреть мои видео. Вот. И вы их смотрите. Еще раз спасибо вам огромное, и спасибо большое за поздравления на день рождения. Извините, я не ответил всем, только первым, потому что потом этих поздравлений стало очень много. И вот, да, не знаю, что сказать, таск к концу подошел, в общем-то. Всем пока.